Девочки, привет! Сегодня суббота, и я в Польше закупаюсь. Ну вот, тележечка такая на 92 евро получилась. Там за 30. Но там... В Польше совсем другая жизнь, здесь никто маски не носит. Только в продуктовом магазине, на рынке, даже внутри в помещении все ходят без масок. Ну, судя по тому, что Тайсон возле пакетов, я уже приехала домой. Сейчас нужно это все разбирать. 37 евро я потратила в мясной лавке, 92 евро в Бедронке, и на базаре я купила яйца, огурцы и рыбку, по-моему, 18 евро на все в общей сложности, да, получается вот такая сумма. Я очень много купила мясных продуктов, все это нужно будет сейчас положить в морозильную камеру. Она абсолютно пустая, я имею в виду, мяса там нет. К нам на следующие выходные приедут гости, поэтому мясо нам понадобится. Я вам быстренько покажу мясное, что купила. Ну, главное не мясное, а хочу показать вот такие маринады. Быстренько все уберу это в холодильник, а потом уже все остальное. Если кто любит смотреть закупочки, то добро пожаловать. Именно в мясной лавке я купила вот такие готовые маринады. Это азиатский, он для рыбы, для курицы и телятины. Смотрите, вот такой пакетик, его открываешь, ну, то есть приправу нужно сместить, соус, да, вот этот маринад. И сюда нужно помещать мясо, да, или рыбу, или что-то такое. Прямо в этот пакет, снова потом он закрывается и оставляете мариноваться. Это азиатский такой, он даже немножко сладковатый соус. Это обыкновенный классический для барбекю. И то же самое. Посмотрите, к чему подходит этот соус. Тоже для маринации. Опять же, в этот пакетик от 1,5 килограмм. До 1,5 килограмм, в общем, да, получается. Можно поместить. Закрываете и маринуется. Очень удобно брать с собой на природу. Не нужно никаких чашек, ложек, поварешек. И очень вкусный соус. Это я купила... В Бедронке обыкновенный бачок. В общем, свиное сало немного с мяском. Это вот где-то на картошку что-то такое поджарить. Затем желудки индюка. Здесь килограммчик. Знаете, цену чек где-то положила. Цены не могу сказать. В общей сложности вместе с маринадом я за все заплатила 37 евро. Затем кусок вот такой свинины. Это шея. Ребрышки очень тоненькие такие. Это тоже, естественно, свинина. Здесь 3 штучки. И целая курица. Курица у них в Мецгерае прям, ну вот, да, в мясной лавке очень хорошего качества. Классные курицы. Прям очень. Так, сейчас это быстренько рассортирую. Уберу все в морозильную камеру. Потом вам дальше покажу. Я нашла, кстати, чек. В общем, хочу сказать, что мясо очень сильно подорожало. С того момента, как я последний раз была в Польше, килограмм свиной шеи стоит 6 евро. Ну, я не гонялась, есть ангибот или нет, просто взяла, потому что мне нужно. Ребрышки около 6 евро за килограмм стоят. Курица получилась 6 евро за всю курицу, да, вот кило 802 килограмма. То есть это 3 евро где-то стоит килограмм курицы. Курс не изменился, точно так же 1 евро стоит 4 злотых. Что еще? Да. Я покупала здесь желудочки тоже, вы видите, килограмм 19,90 разделить, ну, 5 евро, да, стоит. 4,72, ну, вот евро с копеечкой, да, стоит такой пакетик соуса. Часть покупок на столе. Было только рапсовое масло в продаже. Сметана, 3 баночки. Покупаем всегда именно вот такую, 18%, очень вкусная сметана в Польше. Я купила грибы, это нарезанные белые грибы. 2 пачки по 250 грамм. Суп очень вкусный получается, они замороженные. Немножко потель, сейчас быстренько. Здесь для Нелли купила ананас и манго. Вот такие смеси для заправки салата, очень вкусно. Здесь тоже такие продаются, просто увидела, знаю, что дома закончились, купила 2 штучки. Очень много, да, набрала колбасы, сосисок, все это можно заморозить. Мы не так часто ездим в Польшу, поэтому купила побольше. С
сыр вот такой. Ну, это что-то наподобие пармезана. Две пачки, потому что была скидочка. Затем вот такой сыр чеддер. Это Нелли любит что-то с таким сыром запекать. Обыкновенную гауду и какой-то вот такой еще в дырочку. Наш любимый салатный сыр. Один я взяла с зеленью. И здесь вот получается 4 пачки чисто беленького. Молочко. Одну бутылку. Потому что, как говорится, да, закупались на 3 семьи. Мы ездили с девчонками. И в машине и так было много места, чтобы прям брать столько, сколько хочешь, чтобы на больше хватило. Мыло для интимной гигиены. Это Нелина. Мыло для интимной гигиены. Топленое сливочное масло. Очень вкусное. Всегда покупаю именно это. Мне нравится. Я покупаю одну ведерко. Вот как-то вперед покупали, наверное, месяца 4. Пользовались им. До сих пор еще есть на остаточке. Вот купила новое. Около 5 евро стоит одно ведерко 500 грамм. Так, творог. 2 пачки. Тоже знаю, что где-то чек вложила, но пока найти не могу. Наверное, сейчас посмотрю. Творог, одну штучку авокадо, вот такие кабаноси индюшиные. Может быть, кто-нибудь захочется. Может, кому-нибудь захочется полакомиться. Колбаса. Вот такая колбаса для жарки. Много сосисок. Вот эти самые вкусные. Обожаю их, очень-очень вкусные. Прям вкусные, не соленые. В Германии у нас очень соленые колбасные изделия. Для меня соленые, а вот польские и из русского магазина в самый раз. Купила много. Так, затем вот такая ветчина. Краковская колбаска нарезанная. Бекон и 2 упаковочки куриной грудки. Да, вот колбаска из куриной грудки уже нарезанная. Помидоры стоили около 3 евро килограмм, но они вот такие малиновые. Так, что-то бардак раскидала. Вермишелька для супа. Тоже попалась на глаза, взяла, потому что знаю, что дома закончилось. Килограмм соли купила. Это панировочные сухари. От Эвелин мицеллярная вода. Очень классная. Я как-то уже покупала именно такую. Она с вот этим... Купила также от Эвелин мицеллярную воду. Я уже, кстати, такую покупала давненько уже, но очень хорошая. Я знаю, что у Нелли закончилась, и я иногда пользуюсь, поэтому купила. Так, что еще? Рыбка. Купила 2 вида вот таких животиков. Купила 2 вида копченых животиков. И 2 пачки просто подкопченый лосось. Тоже что-то по скидочкам было. Здесь вот такой тортик с карамелью. Хотим чайку попить. Как раз нам на 3-х. 3 кусочка. Цена вот 6,87 это злотые за этот кусочек. И вот разделите на 4. Получается, ну, 2 евро, да? Около 2 евро. Недорого. Огурцы. Ну, вот такие большие, пупырышчатые, не знаю, вкусные или нет, но пахнут огурцами. Затем, я не знаю, что-то пролилось. Это булгур. Вот такой в пакетиках, крупный. Просто одну пачку взяла иногда на гарнир отварить, и вот придется теперь куда-то в дозу переложить, потому что картонная коробочка намокла. Может, что-то где-то оттаяло, водичка побежала от замороженных вот там этих пакетиков. И на рынке я купила... Огурчики, да, вот такие. Но они уже точно вкусные. На рынке они стоят 4 евро за килограмм. В русском магазине 5 на евро сэкономили, да. Еще немножко покупок. Вкусных покупок. Это печенье с вот такой начиночкой. Она такая кремовая, в общем, армишлоу. Как зефирная, в общем, начинка. Это я купила сестренка. Скоро приедет в гости. Она любит такие вещи. В общем, для нее... Девочки, еще вот такое вкусное печенье напоминает наши конфеты от Лами.
Ну, что-то типа такого. Если бываете в Польше, купите обязательно, попробуйте. Ну, это для сладкоежек, да? Таких, как я, например. Очень вкусное. И еще вот такое. Я тоже его очень люблю. Это бисквитное печенье с прослойкой из абрикосов. Абрикосового джема, в общем. Тоже очень вкусное. Это просто сухарики. Маленькие вот такие. Для канапешек можно использовать. Можно, ну вот. Иногда покупаю тоже. Очень редко, но беру, когда в Польше бываю. Затем увидела вот такую зубную пасту. Просто попалась на глаза, когда покупала мицеллярную воду и решила попробовать с лимоном и алоэм. Колгейт. Интересно, какая она. Купила два вот таких цельнозерновых батончика хлеба. Зеленые яблоки, мандарины. Яйца на базаре стоят 2,50, но так как я купила 4 упаковочки, крупное вот такое хорошее яйцо, и дядечка сделал скидку на 1 евро за 4 пачки. В общем, я отдала не 10, а 9. И здесь самая-самая вкусная вещь, которую только можно придумать, это копченая форель. Килограмм стоит 12 евро. Ну, здесь нет, естественно, килограмма. Я купила одну рыбку. Она очень такая сочная. Это что такое, я хотела вам показать. Вот такая вкуснота. Сейчас отварю картошки. И ужин у нас будет рыба с картошкой. Или картошка с рыбой. Уже слюнки потекли, но это для любителей рыбы. Я люблю рыбу в любом виде, поэтому очень хочется быстренько ее покушать. Сейчас еще все доубираю, на кухне разгребу, отварю картошки и будем ужинать. Сегодня весело прошел день. Мы ездили в Польшу компанией девчонок на двух машинах. Получается, моя кума, еще одна кума, кума-кумы. Их подружки, потом еще дочь была с моей кумы и со своей подружки. В общем, у нас толпа девчонок была. Мы так погуляли по базару, померили очень много одежды, кое-что купили, я вам потом покажу. Ну, естественно, свою, да, не то, что девчонки покупали. И что хочу сказать по ценам. В принципе, цены сильно в Польше не поменялись. 1 евро так и стоит 4 злотых, как и раньше было. Бензин 95-й заправляли, получается, стоит евро 80, да, за литр. В Берлине, уже когда мы возвращались, перед въездом в Берлин, на заправке 2,12 стоил бензин 95-й. Я что-то не глянула, сколько стоит дизель, потому что я была без Сережи, да, без нашей машины, я даже не посмотрела, сколько. И Сережа не заправляется в Польше. Говорит, что там качество не очень. Сигареты очень сильно подорожали для тех, кто курит. Продукты, вот мясо, да, подорожало. По остальным я как-то даже не заметила, в принципе, сильно. Но все равно получается намного дешевле, чем мы бы закупили здесь в Германии. Чтобы, кто бы мне что ни говорил, дешевле. Что еще? Что еще? А так, в принципе, нормально, да, говорю, что очень весело провели время, посмеялись, поболтали, похихикали, пообщались, покушали, погуляли и домой приехали. Сейчас покажу, что купила для себя. Купила себе штанишки, вот такие на работу, тоненькие, 10 евро стоят, ну вот... Они в основном все с лампасами, с блестяшками или еще что-то. Ну, вот такие более-менее, что черные, не сильно в глаза не бросаются. На работу мне пригодятся штаны. Так, Тайсон мне тут уже помогает мерить. Затем купила себе вот такую кофточку. Это Баумволе. Единственное, что мне не нравятся вот эти блестки. Но она такая оригинальная. Впереди, в общем... Вот низ вот так сделанный. Ну, это все, естественно, постирается, еще погладится. Рука в 3/4. Ну, очень здорово, классно сидит. Мне понравилось. Одна кума себе купила такую черную, а я себе взяла такую белую. Классно. Но качество материала, я хочу сказать, хорошее. И посмотрите, как это все прошито. То есть все нормально. Ниток нигде не торчит. Более-менее такое хорошее качество. И купила себе вот такой кардиган, удлиненный, он прям прилично так ниже колена, с карманами, на замке. Качество 60% баумволи, 40% акрил. Это польское производство.
Я вам сейчас даже покажу. Смотрите. Очень хорошо, тоже качественно сделан. Посмотрите, как вшит замок. Все ровненько, все аккуратненько. Очень мне понравилось. Хорошо сидит. Было несколько цветов. Черный, серый и вот такой. Мне очень понравилось. Ну, что-то захотелось на весну. Он такой достаточно теплый. Вот и все мои обновочки. Еще купила нижнее белье, но это уж я вам точно показывать не буду. Девочки, решила совместить приятное с полезным. Ребрышки я очистила от пленки, нарезала, помыла, вода лишняя стекла. Я решила сделать так. Возьму этот маринад и прямо сюда складу все ребрышки и морозильную камеру. Когда понадобится, вот буквально когда приедут гости, допустим, да, я достану. Пока оно будет размораживаться, будет замариновываться. Пока будет замораживаться, тоже замаринуется. Здорово. Здесь, ну, где-то 1,7 кг до 1,5 кг мяса, плюс-минус, ничего страшного. Потом попробую, может, немножко подсолю и перчика добавлю. Хорошая идея меня посетила. Иначе вот заморозить, потом замариновать. А так, ну, я так и полуфабрикаты, да, собственного приготовления тоже готовила. Так что ничего нового, да. Колесо не придумала. Вам спасибо, что вы провели сегодняшний день со мной. Я буду заниматься мясом. А вы ставьте лайки и пишите комментарии. Я вас крепко обнимаю. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.